Сегодня 1 октября 2023 года. Я на пересечении Бухарестской улицы и проспекта Славы. Здесь в середине сентября сгорел бывший кинотеатр «Слава». Сейчас я к нему подхожу. Вот так вот сейчас выглядит кинотеатр. Где-то 16 сентября вроде, или около того, он горел, тушили его долго, а построили его в 1967 году. Это типовое здание кинотеатров, подобного типа зданий в Питере несколько. 67 года здесь работал кинотеатр, радовал нас разными фильмами. Потом здесь было казино. Что было сейчас, я не знаю. Но в итоге он сгорел. Запах гари даже вот я сейчас чувствую через почти более чем 15, даже 20 дней. Но в итоге я слышал, что здесь построят жилой комплекс. Не знаю, лучше бы что-то другое построили. Жилых комплексов у нас достаточно. Обойду сейчас его вокруг, посмотрю, что с другой стороны. Это с другой стороны. В общем, здесь более-менее все нормально. Не знаю, как внутри. А снаружи, со стороны проспекта Славы, там, конечно, беда. Это сторона кинотеатра со стороны улицы Бухарестская. Вот там вот впереди проспект Славы. Ларьки перед кинотеатром сохранились и работают. Магазин «Смешные цены» тоже. Вот он работает. Запах гари здесь тоже сильный. В общем, все, что осталось кинотеатра, от кинотеатра, осталось только прийти сюда и заснять новый жилой комплекс, который скоро здесь будет построен. Сегодня 1 октября 2023 года.